В декабре популярному приложению Viber исполняется 7 лет. В декабре 2010 года разработчики выпустили демо-версию мессенджера, которая была рассчитана не более чем на 50 тысяч человек. В этом году число пользователей Viber достигло нескольких сотен миллионов. Компания намерена улучшить свой продукт в 2018 году. В первую очередь будут введены функции, которые значительно увеличат скорость и эффективность общения в личных и общих чатах. Кроме того, Viber отпразднуют свой день рождения со своими пользователями. В следующем году они получат подарки на 7 миллионов долларов. Участники чат-бота Viber случайно получат стикеры, кредиты на звонки в Viber Out и множество других призов. Как часто пользуются этим приложением жители Солигорска, решила узнать наша съемочная группа. Потому что это удобно. Не надо тратить деньги и минуты. Можно просто подключить интернет и разговаривать с кем хочешь, когда хочешь. Можно звонить в другие страны, общаться с иностранными жителями. Удобство в использовании Viber. Много контактов, как мне туда и все. Нравится. Много людей там все пользуются. Звонки бесплатные, смс-ки. Интернет дешевле стоит, чем минуты. Общение и все. То есть бесплатно. С помощью интернета деньги не надо тратить. Можно обмениваться любимыми документами для работы хорошо. Удобно, быстро, доступно. Оно это самое распространенное, больше всего используется.